Салют. Вот вручение подарка победителю. Все честно, победитель сам выбрал облик дешевле. Следующий конкурс озвучен в гайде на Пополя и Купу. Не упусти свой шанс. Мур, привет, друг, это вновь Зверько. Теперь посмотрим на обновление 1.4.72. Вышел новый герой, Чонг, черный дракон. Обзор уже у меня на канале, ссылка будет в описании. Изменения героев. Реворкнутый Ли Сун Син, персонаж на тестовом сервере. Прирост ХП уменьшен на 10 для всех уровней. Пассивка, уменьшен бонус для заряженных атак до 160% и 110%. Обе атаки считаются закрыты. Немного увеличили скорости атаки. Изменили скорость покатушек на черепахе. Ранее было фиксированное ускорение в 40% на все время. Теперь начинается с плюс 60% к скорости передвижению и постепенно замедляется в течение 6 секунд. Первый навык. Тут поняли, что слишком жирно, и убрали иммунитет к контролю и снижению входящего урона. Теперь другой эффект. Регенерация ХП при попадании по вражескому герою. Как оригинально. Второй навык. У удара мечом отобрали врожденное исцеление. А вот это они не забыли сделать. Ульта. Изменили цену в мане. Ранее было 170 на первом уровне и 230 на третьем. Теперь 150 на первом, что меньше. Но на третьем уровне 250 маны, что больше. На мой взгляд, изменения просто отменили реворк. Теперь его от старого Ли отличает лишь удар мечом на второй навык. Ну, такие себе изменения. Ло И, персонаж на тестовом сервере. Увеличили вампиризм для пассивки и первого навыка с 0.3 до 0.5. Единиц или процентов, фиг его знает, не написано. Пассивка. Вернули щит, если бьешь одинаковые стихии дважды. Стакается теперь по-прежнему 3 раза. Бонус к магической силе увеличен с 90% до 120%. Однако, если поставить знак на землю и таким же знаком кинуть в противника, щит не дается. Нужно обкидывать первым навыком только. Второй навык. КД было 15 секунд, уменьшалось до 10 секунд. Теперь 12 секунд на всех уровнях. А вот ульте добавили расстояние на 5 для всех уровней. После предыдущего обрезания героя, это все равно, что обрубить ноги, вручить костыли и сказать «бегай, так даже лучше». В общем, мне обидно за переделку. Харли получил долгожданное изменение. Теперь у него роль маг-убийца. Как раз то, о чем я и говорил в 2017 году, разбирая роли героев. Он маг-убийца. Господство льда. Написано, что теперь не стакается уникальная пассивка. Видимо, имеется в виду, даже если он куплен у нескольких персонажей. Не скажу, что предмет в СНГ-регионе популярный, но, видимо, кто-то обузил эту фишку. Обещаю также исправить звук, когда у героев не их голоса, исправить проблемы со стримами. Ну и пока что все. Подписывайся на канал, жми колокольчик, участвуй в конкурсах и удачи, друг! Посмотри про черного дракона. Смерть, смерть, тупый яд, а так ушел, мертвый отряд.